Обязанность отвечать на любые твои вопросы. Жив ли Кардин? Да, жив, и занимается им сотни тысяч людей. Обо мне просто еще, наверное, не знают. Если бы ты такое рассказывал в американском суде, они бы просто очень смеялись, такими наручниками трясли. 2 года назад я еще работал на нормальной работе. Лучше английский заранее учи, знаешь, нам пригодится. Ну, классика.